Голодание на содовой воде. Я много занимался голоданием, и вот. Но вот на содовой воде не голодал. Это голодание использует специалист по висцеральной терапии Агулов Александр. Висцеральный – это, что значит слово висцеральный? Это внутренний орган, работа с внутренними органами путем их разминания руками. Итак, во время голодания человек пьет содовую воду и делает очистительные клизмы из этой воды, чередуя их с клизмами из своей мочи. Клизмы на содовой воде гонят паразитов и плесневые грибки. Если после применяют мочу в тот день, когда клизма с содой не делается, то выгоняется еще больше плесневых грибков. И клизма в этом случае делается с 200 граммами мочи. Таким способом голодания вылечили огромную миому в 20 недель, рак легкого с метастазами в голову и многие иные заболевания. Вот рассказ о 10-дневном применении пищевой соды. Одну женщину заинтересовала информация о пищевой соде. Мол, она может вылечить все, что угодно, и даже рак. А также то, что сода – одно из лучших средств для избавления от паразитов. И она решилась на эксперимент. Выпивать стакан воды с половиной чайной ложки пищевой соды натощак до и после сна. Еще разок повторяю. Сода должна быть погашена. О том, как ее гасить, смотрите ранее выставленные видосики. Сначала это было ей невкусно, потом она нашла пропорцию четверть чайной ложки без горки на стакан воды и получила приятную на вкус воду. Буквально на второй день она почувствовала изменения. Первое. Пропал жор. Бесконтрольное поглощение пищи, особенно вечером. Это явление часто наблюдается у вегетарианцев, сыроедов, неправильно использующих пищу. И связано с перевозбуждением от сырой пищи жизненного принципа «ветер». Второе. Перестали отекать ноги, прошла головная боль. Третье. Нормализовалась работа почек, ушли ночные боли в пояснице, ныло в области одной почки. Нормализовалось отделение мочи, стало равномерно в течение суток, а раньше был сильный перекос на ночь и утро. Четвертое. Исчезли высыпания на коже, и она подтянулась. Этот эффект возник после натирания кожи содой. Мягкий пилинг, приятный телу. Подтягивающий эффект был сильный. Применять не чаще раза в неделю. При этом кожа слегка подсушивается, как при использовании глины. Поэтому не забывайте увлажнять. Пятое. Стала меньше раздражаться, успокоилась. Расслабилась, нормализовался сон. Шестое. Перестал ныть зуб. Стала нарастать эмаль. Седьмое. Ногти стали твердыми и белыми. Восьмое. Заметно улучшилось пищеварение. Я думаю, что это интересное наблюдение. А вот рассказ о 10-летнем приеме пищевой соды. Кирилл Охотин. 10 лет чистит зубы содовым порошком, моет голову, ежедневно принимает внутрь. Перестал болеть, хотя раньше были головные боли, насморк, кашель. Вообще ушли все болезни, нет кариеса, перхоти, застарелого гастрита и сбросил лишний вес. А вот мой личный опыт применения пищевой соды. Пока я писал эту статью около недели, я сам и так, и сяк применял пищевую соду. И меня поразил эффект выведения окрашенного в черный цвет кала. Когда я голодал более 2 недель, то из меня выходила мазутообразная желчь, черная аж блестит. Выходили и образования наподобие бурых водорослей, такая жижа. Но это было на голоде и достаточно длительным, чтобы он успел должным образом закислить организм и создать такую среду, которая убивает паразитов. А здесь довольно-таки небольшой прием пищевой соды по полчайной ложке 2 раза в день делает нечто подобное. И это радует. И в то же время указывает на то, что паразитическая мерзость очень глубоко укоренилась в организме и требуется длительное и регулярное применение различных средств для ее выведения.
И в то же время никто не гарантирует, что вы не заразитесь вновь, если будете продолжать жить зараженным партнером, питаться сладкой дрожжевой пищей. Бытовые способы применения пищевой соды. Первое. Пищевая сода с легкостью уничтожает любые запахи. Если где-либо появился неприятный запах в мусорном ведре, обувном шкафу, автомобиле и даже в кошачьем лотке, разбрызгайте раствор соды в этом месте. Второе. Не пытайтесь лечить изжогу путем применения содового раствора. Испортите желудок. И все потому, что после нейтрализации соды и кислоты она вновь выделяется и все повторяется вновь. Но при этом слизистая желудка все больше и больше остается беззащитной слизи и воспаляется все сильнее и сильнее. Устраняйте изжогу с помощью правильного питания. Именно так я это сделал в свое время. Третье. С помощью пищевой соды можно чистить любые поверхности и даже отбеливать зубы от налета кофе, чая и сигарет. Четвертое. Сода превосходно очищает в раковине сливные стоки. Для этого надо насыпать стакан соды в водосток, добавить стакан спиртового уксуса, подождать около 5 минут и промыть водой. Пятое. Пищевую соду можно использовать для ухода за домашними питомцами. Например, вместо купания разбрызгать раствор соды на шерсть, а потом расчесать. Шерсть после такой процедуры перестанет дурно пахнуть, будет выглядеть чистой и гладкой. Кстати, во многих чистящих средствах основным действующим веществом является пищевая сода. Шестое. Если при стирке добавить стакан пищевой соды, то это усилит действие стирального порошка, смягчает воду и способствует сохранению цвета у вещей. Седьмое. Если смешать пищевую соду с водой до получения пастообразной консистенции и вымыть волосы, то они станут блестящими, чистыми и мягкими. Кстати, этот способ мытья волос великолепно удаляет с них остатки лака и другие фиксирующие прическу средства. Восьмое. Она подходит для чистки ковров, делая их чистыми и устраняя неприятный запах. Для этого разбрызгайте раствор соды на ковер и подождите полчаса, а после пропылесосьте. Девятое. Для устранения цветения воды в домашнем бассейне добавьте в него соды. Она безопасна для кожи и глаз. Десятое. Если у вас что-либо загорелось при жарке на плите, насыпьте горсть соды на область огня, и он моментально погаснет. Всегда держите ее возле плиты для ликвидации таких случаев. 11. Еще раз напомню, что пищевая сода снимает раздражение кожи и зуд от укуса насекомых. 12. А также и то, что пищевую соду можно использовать вместо дезодоранта после душа. 13. Помните, что пищевая сода не ядовита и всегда ее используйте в домашнем хозяйстве, когда требуется особая чистота и безвредность.